на нас урвила мата Мария, ще на землі кривата се додама. Слышь, нам нужно найти на чем проехаться до Улан-Удэ. Сколько это отсюда? 7000, да, километров. А, ну да, это мало. Вот у меня велосипед внизу. Сейчас я его возьму, а у тебя есть на чем ехать? Я не знаю, дома поищу. Хорошо, встретимся вот снизу моего дома. Во сколько? Ну давай в 4 часа. Окей. Ага, приехал на скейте, чтобы проехать 7000 километров. 7000 километров, ты вообще знаешь, что это за число? А чё ты ржёшь, урод? Я, кстати, на скейте гонял, один из лучших в мире. Да, конечно, как всегда ты врёшь. Отвечай, поймай меня на слове. Сейчас ты увидишь, как я буду гонять. Ну ништяк, посмотрим. Посмотрим. Слушай, а как я сильно устал, я даже не знаю, если я могу продолжить. 7000 километров это нереально проехать на велосипеде. И особенно на скейте. Слышь, смотри, я стою, ты лежишь. Я не устал, ты устал. Кто из нас лох? Слышь, ты не выпендрюйся, ты сказал, ты мне еще покажешь, как ты классно гоняешь, нет? А точно, я совсем забыл. Ну смотри, сейчас я тебе покажу. Видишь это дерьмо? Ну. Сейчас я через него сальто сделаю. Да, конечно. Всерьез? Ну давай. Ты видел, какой крутой. Стоп, бацу. Чё ты плачешь, я не понял. Я ничего не плачу, это из-за этого долбанного дерьма у меня слеза пошла. Оно сверкает, а хрен его знает почему. Ты плачешь, да? Ты просто наезжал и сам обломался, и тебе жалко стало, да? Отвечаю не из-за этого, короче, заткни пасть, а то поебал там. Ну ладно, не буду бесить. Ну знаю, я знаю правду. Я тебе сказал. Я полетел, друзья. Бля, ебанутое дерьмо, вначале сверкает, потом базарит. И по-моему, чё? Ещё раз сверкает. Сука, ещё раз поймаю это дерьмо, ему пиздеть. Привет. Да, вас можно подвезти куда-то? Да-да, конечно. Вы можете нас подкинуть в Улан-Удэ? Ой, как-то далековато, но у меня вообще-то проблем нету. О, спасибо вам большое. Да-да, ладно, давай мы садимся, хорошо? Да, конечно, я вас приглашаю, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, чувак. Ну а чё вы ищете в Улан-Удэ? Да я так еду, а с одной познакомился. В Фейсбуке по интернету, понимаешь? Ой, как прекрасно. Как это красиво, ты для неё такой путь делаешь. Да, я знаю, я романтичный. Стоп, что ты делаешь? Чё он член мне на ногу положил? Алло. Пошёл нахуй, пидор. Кретин. Слышь, что за хуйня? Что это за дорога? Вообще, где мы находимся? И, кстати, сколько мы проехали за эти долбанные трудные 4 дня? Мы проехали... 3500, то есть половину, да, мы уже половину дороги проехали. Всё ништяк. Слушай, ты не думаешь, это мужик какой-то? Я не знаю. Я честно не знаю. Ну, приедем, посмотрим. Да, прокидываем мужик. И тут тачку раздолбаю. Да, понятно. Ахмед Хумус. Аль-Джазира Вахад Мусия. Слышишь, я вот тут эти все дни не ел ни хрена, а ты? Да, я тоже, блин. Слышишь, давай остановимся похавать.
Да ладно уж, давай доедем. Нам еще долго ехать, мы полпути только проехали. Вот давай, тут какая-то забегаловка. Лох фуд. Че за лох фуд? Че это фуд? Еда на английском. А да, а, окей. Это лоханская еда, тип. Ну да. Давай попробуем лоханскую еду. Ну ладно, пошли, я голодный. И у нас еще бензина мало, вот тут и бензоправка сзади. А, ну хорошо. Нехрена себе две гориллы, блин. Слышь ты, пацаны, чё у вас тут можно поесть? А ты чё не видишь, тебе написано вот сзади нас, который... Там написано вот 300 рублей стоит лох сэндвич, а кола стоит 60 рублей. А, ну ладно, ништяк. Ну дайте нам два лох сэндвича. Хорошо, нет, стоит 600 рублей. А, спасибо. Слышь, Боцу, мне ссать захотелось. Я пойду пасу пока, чтобы пока приготовиться. Хорошо, ништяк, я тут подожду, иду, жду заказ. Ну ладно, хорошо, подожди. Я быстро, 2 секунды. Ладно, давай. Что это за музыка? Слышь, чувак, дай мне, пожалуйста, пройти, разырить меня. Окей, пожалуй, я пойду обратно. Блин. Ну чё он так долго? Он чё там усрался? Он придурок. Оно вкусный, когда он горячий, этот сэндвич. Лох сэндвич рулит. Big Ramadan.